Всем привет, на Матест приехал умный браслет Sony Smart Band в версии FIFA Edition. Это ограниченное издание, приуроченное к чемпионату мира этого года в Бразилии. Sony является генеральным партнером и радует поклонников такими вот аксессуарами в необычных расцветках. Это цвета флага Бразилии, естественно, зеленый, желтый. В линейке уже насчитывается Smart Band такой расцветки, умные часы Smart Watch и чехол для Sony Xperia Z2. Перед нами смарт-бенд, так что сейчас мы его и распакуем, и посмотрим, как он взаимодействует с устройством на этапе первого включения. Основные характеристики устройства указаны на коробке. Здесь у нас Bluetooth, NFC подключение, защита IP58, то есть с ним можно купаться в бассейне, с ним можно принимать душ, мыть руки, то есть вообще не снимать его в течение дня и нескольких дней, пока он не разряется. Здесь же мы видим поддержку microUSB порта для зарядки. А вообще, мы видим, что браслет состоит из двух частей, это ремешок и, естественно, умная самая центральная часть, называется она ядро, то есть Smart Core, вот он, собственно, есть. Заряжается, естественно, именно ядро, а браслет просто носится как модный аксессуар. Здесь же можно увидеть все доступные расцветки, от стран они могут отличаться, у нас в России доступны будут все, причем три комплекта существует: Classic, Sport и Fashion. Классик входит черный, синий и оранжевый. В фэшн входит белый, зеленый и розовый. А желтый, розовый и фиолетовый вроде бы входят в спортивный. В полноценном обзоре постараюсь показать некоторые из них. Скорее всего, это будут классик. Сейчас они доступны для предварительного заказа в связном. На сайте интернет-магазина Sony пока их нет. Здесь можно увидеть основные функциональные возможности, то есть приложение LifeLock мониторит вашу активность, показывает ваше местоположение, метки и прочее. Подробная информация через QR-код. Здесь мы видим другие характеристики. Android 4.4 необходим для полного взаимодействия со всеми фишками и функциями. В комплекте находится один браслет размера S, один браслет размера L, кабель синхронизации и инструкция, как вставлять ядро в ремешок. На этой стороне ничего нет. Вскрываем. Чтобы открыть упаковку, необходимо отклеить какой-то ярлычок здесь и с другой стороны. Можно просто надрезать, я решил отклеить. Вынимается центральная часть. Старается, точнее, вынуться. Вот так это делается. Сам браслет веселой расцветки. Пленка на кнопке. Кнопка. И ядро. Чтобы его вынуть, нужно, видимо, вот так это сделать. Так, тут мы видим еще один такой браслет. Вероятно, это размер S, судя по длине на кабель синхронизации, точнее, зарядки. Ну и различные инструкции. С помощью NFC подключение элементарное. Заряжать можно устройство как от компьютера, так и от блока зарядного устройства, например, от Xperia. Все будет работать и заряжаться. Давайте включим устройство. Вибрация подтверждает, что он активен. Мы вставляем браслет. Следим, чтобы все у нас тут совпадало. Огонек показывает нам, что устройство находится в режиме поиска первоначального сопряжения. Мы берем телефон, например, компакт, который идеально подходит под цвета этого браслета, в цвете лайм, и сопрягаем. Сейчас должно быть активироваться подключение по Bluetooth, после чего нам будет предложено установить программы. Мы видим приложение Smart Band и LifeLock. Они необходимы для полноценной работы аксессуара. Smart Band ставится с маркета, как и LifeLock. Ну, давайте поставим LifeLock сразу же. Естественно, сразу обновляется прошивка, если есть доступная для этого дела. Устанавливается приложение. Ну вот теперь у нас все готово. Обновляется аксессуар.
Подключается, отключается. Так и должно быть. Как только ПО скачается, можно будет его использовать. К слову, последнее обновление прошивки вышло совсем недавно, буквально несколько дней назад. Оно добавило парочку полезных функций, о которых, естественно, в полноценном обзоре уже расскажу. Вот мы видим, что у нас все работает в общем и целом. Сейчас должно активироваться подключение. Через Smart Connect. Вот оно подключено. Мы видим, что у нас здесь показано 3 дня работы от менее чем половины заряда. То есть в теории можно рассчитывать на 3-4 дня, может быть даже 5, может быть даже 6. Смотря как будем использовать. Первоначальная настройка практически выполнена. Здесь мы смотрим версию ПО, выбираем режимы, какие нам нужны. А в приложении LifeLock мы регистрируем само устройство, заводим аккаунт. Если у вас есть аккаунт Sony Internet Network, то просто вводите учетную запись. Если нет, то регистрируйтесь. Это необходимо для постоянной синхронизации данных с облаком. Даже если у вас будет браслет отключаться, все будет сохраняться в облаке в Sony-ском, и все данные будут на месте. Сразу же после этого мы видим первоначальный режим работы приложения, где нам подсказываются различные функции. Тут панель управления, которая отображает все ваши действия по категориям. Здесь же находится режим путешествия. По итогам дня вы можете его просматривать, нажав кнопочку Play. Обо всем остальном подробнее будет рассказано в полноценном обзоре, будут показаны другие ремешки и, естественно, опыт использования, как это все работает, как это все сопрягается в паре с Smartwatch, например, параллельно, с беспроводной гарнитурой, к примеру, SBH50, то есть как это все вместе работает с компактиком. Задавайте вопросы, смотрите наши видео, ставьте лайки. До свидания.